отцы и матери, бабушки и деды. В мечети «Искренность» поселка Цильно-Ульяновской области стариков рады видеть всегда. Здесь для них проходят множество мероприятий. И праздник, посвященный Дню пожилого человека, одно из них. Мы живем в такой богатой стране. Все сегодня, которое сделано, это сделано людьми сегодня старшего поколения. Вот этими мы должны гордиться. Вот этим мы должны видеть и уважать старшее поколение. Потому что руками наших дедов, наших бабушек сделано все богатство. Дорогих гостей собрали за большим столом. На встрече звучало много теплых слов. Свое уважение спешили высказать и представители власти, и простые жители, и имам. Ведь не зря в исламе тема почитания старших занимает особое место. Как пророк, саллиллаху алейхи ассалям, сказал молодому человеку, который ухаживал за одним пожилым, который является ему даже не являлся родственником, он сказал: так как ты ухаживаешь за пожилым человеком, Аллах сделает так, что в старости за тобой тоже будут ухаживать. Всего на праздник пришли почти 150 человек. Пожилые люди радовались, как дети, угощением и подарком. Но больше всего теплым словам, сказанным в их адрес. Ведь в этом возрасте, признаются старики, самое главное – знать, что ты не забыт близкими. Родители нуждаются в каждодневном внимании. Хотя бы позвонили, сказали: мама, как дела, папа, как дела. Правильно, правильно. Так что, досмотрев этот ролик, не забудьте поставить лайк и позвонить родителям. Им это очень важно. Не только в праздник, но и в обычный день.